вещи и ровно год тому назад, когда ты вернулся домой. Люблю я этот день. Вернее, два дня в моей жизни. Это день нашей помолвки. И вот этот день. День твоего возвращения из Колондайка. Я ясно-ясно помню все. Как будто это было только вчера. Помню, как я искала тебя. Как увидела в пестрой толпе. А как встретил тебя белый клык, помнишь? Ну еще бы, ведь он тогда чуть не растерзал меня. И как странно, что теперь мы с ним такие большие друзья. Да, странно. Особенно если вспомнить всю его необыкновенную жизнь. Но самое удивительное, Алиса, что я знал его мать. Она была вожаком волчьей стаи. Наводила ужас на всех, кто встречал ее на пути. Волчьей стаи? Да, именно волчьей. Хотя сама она не была чистокровной волчицей. И даже ходила когда-то в запряжке. Это был коварный и опасный зверь. Она знала дикие законы леса так же хорошо, как привычки людей. Я при встрече с ней едва не поплатился жизнью. Ты? Ты мне никогда об этом не рассказывал. Где и когда это было? Это было в долине Юкона. Много дней мы двигались по снежным просторам далекого севера. Глубокое молчание царило вокруг. Казалось, не было конца этому трудному, тяжелому пути. Между тем, число собак в нашей запряжке с каждым днем уменьшалось. С потерей собак над нами нависала угроза остаться навсегда в этом снежном плену. Мы понимали, что это волки сманивают и пожирают наших собак. Но как и когда они это делают, для нас оставалось загадкой. Странная мазь для волка. Никогда не видал таких волков. Больше всего зверюга походит на упряжную собаку. Я не удивлюсь, если он завиляет хвостом. Эй, ты, как тебя, лохматый? Поди-ка сюда. Слушайте, у нас все три патрона. Но это верный выстрел. Я не могу промахнуться. Что вы скажете? Стреляй. Ha, ha, ha.
Она знает ружье. Так и должно было быть. Я убежден, что эта волчица, прежде чем стать вожаком стаи, была у людей. Именно она сманила двух наших собак на прошлой стоянке. Да, эта тварь слишком хитра, но я доберусь до нее. Я спрячусь и уложу ее из засады. Только не уходи далеко от саней. Помни, что у тебя всего 3 патрона. Если вся стая набросится на тебя, твои 3 заряда будут для нее не больше, чем 3 щелчка. Ничего, я бывал в переделках похуже и выходил сухим из воды. Вперед! 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 Настала ночь. Я остался один. Под покровом темноты волки стали смелее и подошли совсем близко. И вот тогда я и познал всю хитрость и коварство волчицы. Thank you.
Наступили теплые дни. Голод перестал управлять жизнью животных. И на смену ему пришел самый могучий закон природы, великий инстинкт заботы о потомстве. Забыто было время, когда волки жили голодной стаей. Теперь они, как и все обитатели леса, разделились на пары, стали жить семьями. В каждом уголке леса билось нежное сердце матери. Мать соболят, целый день не находит покоя. Зорко следит она за детенышами, охраняя их от малейшей опасности. А вот и рыжая волчица. Теперь она мать пяти маленьких волчат. Мать и отец одинаково заботятся о семье. И все же волчица не разрешает отцу приближаться к детенышам. Поэтому отец никогда не входит в пещеру.
Волчата росли. Им нужна была пища. И родители неутомимо искали ее. Сурок еще не видит волчицу, но острое чутье предупреждает его об опасности. Ушла. Но волчица продолжает охоту. Нарушила законы леса. Она пришла в чужое владение.
настал новый день. Ураган унес много жизней. Погибла рыжая волчица, погиб волк-отец. Из всей семьи уцелел только один, серый волчонок. Все было неизвестно волчонку в этом большом мире. Глазам стало больно. Все заволокло каким-то туманом. Предметы расплылись, очертания их исчезли. Но вот глаза привыкли к свету, и все изменилось. Страх перед неизвестностью удерживал волчонка на месте, но какая-то властная сила влекла его вперед и вперед. Все занимало волчонка в этом новом мире. И трава, и цветы, и горы, и дурманящий воздух, и манящие дали. До сих пор волчонок жил в пещере и не знал, что такое высота. И все же что-то сдерживало его. Подсказывала ему, что нужно быть осторожным, бояться высоты. Но любопытство побороло страх. Каждый новый шаг обогащал опыт волчонка. Но этого опыта было еще слишком мало. На первых порах ему просто везло. Эта встреча — полное нарушение законов лесной жизни.
Но дети остаются детьми, а взрослые взрослыми. Путешествуя по берегу, волчонок впервые увидел енотов. Он не знал об их привычке мыть свою пищу в воде. Да и вообще не знал, что такое вода и что такое еноты. Но еноты были забавны, а волчонок был молод. И он забыл всякую осторожность.
Так волчонок впервые попал к людям. И здесь, в дружной индейской семье, он получил свою кличку Белый Клык. Очень интересную историю. Но мне не все ясно. Скажи, почему волчонок, попав к людям, так легко без борьбы покорился? Почему его не потянуло обратно в лес, на свободу? Не забывай, что волчонок был еще очень молод. Характер его не сложился. Он был податлив, как глина, и мог приобрести любой облик под влиянием окружающей его среды. И кроме того, он не был чистокровным волчонком. От своей матери, рыжей волчицы, он унаследовал большую часть собачьей крови. Оставаясь в лесу, он, вероятно, стал бы хищным зверем. Но все произошло иначе. Случайная встреча с людьми пробудила в нем самые сильные чувства, чувство привязанности к человеку. Белый Клык подрастал. Голос собачьей крови вытеснил и подавил в его душе зовы леса. Он нашел место в жизни людей. Научился служить им и стал их другом. Но Клыку пришлось пережить огромную перемену в судьбе. Индейцы продали его. И он попал в руки жестокого человека, которого в насмешку за уродство прозвали «Красавчик Смит». Была страшная перемена. Новый хозяин лишил свободу. Держал ее в клетке, травил собаками, истязал и издевался над ним. Он стремился уничтожить в Клыке все чувства, кроме злобы. А злобу сделать огромной. Для чего же он все это делал? Он наживал на нем деньги. Клык нужен был ему только как средство наживы. Красавчик Смит добился своей цели. Oh,
Торопился? Чепуха. Почему? Белый клык расправится с ним так же, как я сейчас с этой котлетой. Хоть клыку. Но это будет все меньше времени. Ты слишком уверен, Майк. Клык, правда, загрыз на наших глазах не меньше десятка лучших собак. Но бульдог остается бульдогом. И Тим Кинен не так глуп. Я не знаю, глуп или умен. Но поставить на клыка и сомневаться в выигрыше, это все равно, что предъявить чек британскому банку и сомневаться, что он заплатит. И все же, я не дам за эту коротышку и ломаного цента. Лишь бы этот толстяк не сбежал раньше времени. Могу выставить вдвое больше. Эй, Ти, что тебе? Слышишь, я предлагаю повысить наш штат. На сколько? Настолько, насколько это может быть полезным и для тебя, и для твоего кошелька. А что ты хочешь этим сказать? Мне кажется, что для тебя и для твоего кошелька было бы полезно, если бы вы оба похудели хотя бы наполовину. Поэтому предлагаю удвоить ставку. Ох, не кипятись, Майк. Что? Тебя уже берет лихорадка. Нет, Тим Кинен никогда не выходит из игры. Принимаю и ставлю еще 50. Браво, Тим. 100. Машу. 100 и еще 50. 200. 300. 500. 500 и еще 300. Тысячу. 1500. Остановитесь, Тим Кинен. Вы проиграете весь свой игорный дом. Ничего. 2000. $2500.
Обращайте на них внимание, Уидон. Только мы их так никогда не растащим. Надо чем-нибудь разжать челюсти. Разжимайте, разжимайте, разжимайте. Держу. Так, тяни, тебе тяните. Тащу. Так. Не сломайте ему зубы. Я сломаю ему шею. А я вам говорю, не сломайте ему зубы. Я сломаю ему шею. Держите. Мэйд, сколько стоит хорошая упряжная собака? $300. А сколько можно дать за такую жеванную, как эта? По-моему, половину. Слышали вы? Я плачу вам $150 и беру у вас эту собаку. Я не продаю ее. Нет, продаете, потому что я ее покупаю. Я не позволю, чтобы меня ограбили. У каждого человека есть свои права. Но вы не человек. Вы зверь. Забирай!
Нам это не пройдет даром. Мы еще встретимся. Да кто он такой, в конце концов? Уидон Скотт. А кто же, черт возьми, этот Уидон Скотт? О, это один из знатоков горного дела. Мой совет вам не связываться с ним. Да и сам подумал, что он важная птица. Поэтому-то я и не расправился с ним с самого начала. Так необычно белый клык попал в мои руки. Вырвать его из этого ада было нетрудно. Но когда он поправился, мне стало ясно, что из всех чувств в нем осталась только злоба. Огромная злоба. Он ненавидел весь мир, особенно людей. Образ красавчика Смита глубоко укоренился в собаке. Казалось, определял все его отношение к внешнему миру. И мне стало стыдно за людей, Алиса. Стыдно за человека. Мне хотелось, чтобы клык понял, что человек это совершенно другое. Большое, светлое, благородное. И вот тогда я решил исправить белого клыка. Вернее, искупить тот грех, в котором род человеческий был повинен перед ним. Ну и что же? Я взялся за эту задачу. Хотя потом у меня и не раз опускались руки. Надежно. Он волк, его не приручишь. Ну, в том, что он волк, я не уверен. Бабушка или дедушка, но в роду его были собачки. А вот одно я знаю наверняка. Что? Видите эти следы на груди? Он был ручным. И даже ходил в запряжке. А, да что мне говорить? Убежден, что ходил. Но почему же тогда он у нас столько времени, а стал чуть не более диким, чем прежде? Может быть, потому что он не на свободе? А что, если его спустить с цепи? Убежит. Убежит? Конечно, убежит. И все-таки надо рискнуть. Попробуйте. Признак. Ах ты, хороший. Ой-ой-ой, ну-ну-ну. Ты хороший, хороший. Ох ты, морда. Улю-лю-лю-лю. Здорово, папа. Не надо. Я говорил вам, это безнадежно. Тут все ясно. Не надо. Вы же сами знаете, что эта собака прошла через все муки ада. Так нельзя же требовать, чтобы она вышла оттуда белее ангела. Дайте ей срок. Мы с вами долго терпели. Он загрыз у нас трех собак.
Взгляните на себя, Мед. Всему есть предел. Да, но я тоже виноват. Не надо было мне подходить к нему с бичом. Я вас очень прошу, мистер Скотт, дайте бедняге прийти в себя. Если он не исправится, я сам застрелю его. Но у меня совсем нет желания ни убивать его, ни видеть его убитым. Оставим его на свободе. Посмотрим, как он будет вести себя дальше. Что, Клык, сейчас злишься? Ждешь наказания? Глупый ты пес. Никто тебя не собирается бить. Возьмите все-таки бич. Не нужно. Ну, перестань. Перестань рычать. Неужели ты никогда не поймешь ласки и доброго слова? Ну, волчище ты мой. Ну, не рычи, не рычи. Что вы делаете? Я сказал, что убью его. И убью. Нет, вы этого не сделаете. Нет, сделаю. Вы же сами говорили, что нужно дать ему прийти в себя. Вот и дайте. Что это? Ха? Смотри, что это? Смотрите. Смотрите, смотрите, смотрите. Будь я проклят навеки вечный. Вы только посмотрите. Это стоит проверить. Ха. Опять вышел. Видите, у него есть ум, и надо дать ему проявиться. Да, это верно. Эта собака слишком умна, чтобы ее убивать. Вот это мне уже нравится. Надоело злиться. Вот давно бы так. Ну, подойди ко мне. Ну, подойди, не бойся. Не хочешь. Все еще боишься? Не веришь мне? А мясо? Мясо хочешь? Ну, на. Ну, на же, бери. На же, глупый. Ну, возьми же. Ешь. Ну, на. Ну, вот, наконец. Давно вот так. Ну, что, хочешь еще? Нет, дружище, ты теперь получишь только из руки. Ну, на.
Да возьми ж ты, глупый, не бойся. Ну, я на, возьми. Ну вот, видишь, ничего не случилось. Ну, подойди ко мне, подойди. Хороший пес, ласковый. Что вы делаете? Вы в самом деле думаете, что у него в роду были собачки? Вы напрасно волнуетесь, Мэтт. Я не знаю, кто у него был в роду, но во всяком случае он хорошо понял, что такое добро и что зло. Ну, знаете, хоть вы и считаетесь лучшим горным инженером, но вы не угадали своего истинного призвания. Вам надо было поступить дрессировщиком в цирк. Смейтесь, смейтесь, Мэтт. Я искренне рад, что мы с вами не ошиблись. Всего святого, уберите как можно подальше. Нет, почему же подальше? Можно и поближе. Прошу вас, отпустите меня. Пожалейте меня. Мы жалеем об одном, что рано вышли и помешали Клыку разделаться с вами. Нейт, отпустите его. Ну, ступайте. И не советую вам больше являться без приглашения.
черт мне нужен волк в Калифорнии? Да, я тоже так думаю. На кой вам черт нужен волк? Да еще в Калифорнии. Он перегрызет там всех собак. Если не разорит меня штрафами, то все равно власти отнимут его у меня. Да. Он настоящий убийца. Это верно. Нет, невозможно. Невозможно. Конечно, невозможно. Вам пришлось бы нанять особого человека для него, который все время смотрел бы за ним. Невозможно. Чертовски привязан. Прекратите это, Мэтт. Я сам знаю, что мне делать. И как мне быть. Я с вами согласен. Только... Что только? Что только? Только вам не следует так кипятиться. Судя по вашему виду, вы вовсе не знаете, как вам быть. Правда, Мэтт, я не знаю, как мне быть. Все-таки совершенно нелепо брать эту собаку с собой. Да, может быть и нелепо. Но будь я проклят навеки вечные. Откуда он узнал, что вы уезжаете? Вот что меня удивляет. Это выше моего понимания. Пошли. Берите. Так. Ну, пошли. Мэтт, проводите их. Как? Ага. Провожу. Только вы не задерживайтесь. Времени осталось очень мало. Ехать со мной. Хороший ты. Не могу я тебя взять с собой. Не могу. Понимаешь ты? Не могу. Жаль мне тебя. Очень жаль.
Наконец-то. Значит, он с вами, со мной.